Доброго времени, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре очередной красавец мультитульской династии. Мультитул фирмы СОК. Модель PowerPint PP1001. Маленький небольшой помощник. Так, имеющий кольцо для подвеса. На ключи. Еще каким-нибудь образом на карабинчик. Имеется клипса на кармашек. Значит, страна производства Китай, производитель ножа SOK Speciality Knives and Tools USA. Так, имеются шайбы межинструментов из цветного металла, так подразумеваю, латунь. Так, ладно, приступим к разбору, осмотру и всем остальным приколюшечкам. Так, тут я вспомнил, что с собой не взял набор бит, ну, который не шел с данным мультитулом. Здесь вот прекрасная такая вот функция есть, битодержатель на магнитике. И можно крутить, что-то подкручивать. В общем, биты идут стандартные. Не какие-то специальные, как у Лазермена, например. Так. Инструмент. И кусачки. И зажим для гаек. И полоскогубцы. Губки ровненькие. Инструмент деликатный. То есть, хоть и... Губки небольшие, тоненькие. Значит, замочек фиксации инструментов PowerLock. Так. Пройдемся по инструментам. Имеются ножнички на пружиночке. Так, чтобы закрыть инструмент, надо педалечку. Так, сходим с стороны. Оп. В данный момент мы вытащим все инструменты. Так. Открывашка. Бутылочная небольшая. Отвертка плюс. Консервный нож. Ну, правда, что-то он как-то не совсем заточен. Ну да ладно. В принципе, можно исправить. Серейторный ножичек небольшой имеется. Так. Все это сложили. Одну сторону осмотрели. Так. Так. Пум-пум-пум. Имеется вот ножичек. Клиночек 53 миллиметра. Небольшой. Так. 5 хром 15. Молибден, ванадий, у него сталь. Так. Ну, конечно, надо... не без кусаний инструментом. Так, это чем мы резанулись? Какое-то шило, развертка. Да, вот. Отвертка минус небольшая. Часовая или очки подкрутить можно, в принципе, при желании. Так, стропорез имеется. Напильничек двухсторонний с насечкой крест-накрест и насечками в левую сторону. Так, каждый инструмент, видимо, у нас между собой соединен латуневыми шайбами, цветничком. То есть, ну, это очень положительно для инструмента влияет. Ну, данный инструмент шел у нас, конечно, в блистере по классике SOGA. Есть еще Power Liter, в нем отличие, по-моему, только в штопоре. Так, еще у нас тут, не ошибаюсь, вот линеечки есть, да, в дюймах и в сантиметрах тоже, что немаловажно. Хороший инструмент на EDC. Рекомендую ознакомиться.
с данным инструментом. Очень хорошая вещичка.